В Дагестане в возрасте 75 лет ушел из жизни известный религиозный деятель Магомед Курбанов, иначе Мансур-эль-Мухаммад. Он был одним из трех крупнейших тарикатских шейхов в Дагестане. Родился в 1947 году в селении Нижнее Инхело Ботляхского района. Всю свою жизнь он посвятил исламской науке. Муфтия Дагестана выражает соболезнования верующим в связи с невосполнимой утратой для всей мусульманской уммы.